что, договорились, что вы не будете... Вы что начинаете, Байкеш? Мы будем разбираться после. Давайте, успокойтесь сперва. Я тебе говорю, Байкеш, давайте, успокойтесь. Демирбан, звоните. Демирбан, звоните. У них камера есть, давайте открывать будем. Пусть. Открываем, давай. Не, ну а что вы говорите? Это же такие деньги. Да. Конечно, мы ничего не говорим, медики. Нет, вы тоже, а там тоже есть камера, да, на улице. Сейчас и камеру там. Разобраться? Ну вот мы и хотим камеру посмотреть. Да. Если факт передачи чека есть, а почему не хотите открывать камеру? Если хотите вот эту камеру посмотреть, то она не работает. Я вам сразу скажу. Ну, вот вы сказали, мне не работает. Давайте, Демирбанк, где? Я зашла вот здесь. Демирбанк, тут он на месте. Банкомат, погораб, тут он камера был, без камера нет. Демирбанк-то полностью без камеры. Вот, да. Вот, я здесь камера кинул. Вот мы сейчас... Почему вы ее толкаете? Почему вы ее защищаете, стоите? Они ее защищают. Милиция, они все полностью защищают. Потому что Ахша берет полон бура. Остров полон доктора. Она меня спокойно меня толкает. Это что такое? Почему она руками меня толкает? А почему она толкает? Руку поднимает. А, Байке, толкает! Милиция, вы что вообще? Вы за кого? Они защищают. Защищают. Прикинь, они ее дизель им раскрыли. Ахча бери. Телефон мало поймал, скажите. Айдер, айдер. Я плачу, я плачу. Эй, Укон, ешь до трубки. Ешь, ешь, ешь. Отурсон, она же толкает ее. Она свободно разговаривает. Ужас, ужас. И милиция защищает аферистов, мошенников. Это ужас. Вот наша страна правовая. Ни один закон не соблюдается. Это ужас какой-то.